Просторный зал Дома культуры «Октябрь» 26 января был полон поклонников и ценителей творчества известной искитимской вокалистки Натальи Серафимович. Как и полагается талантливому исполнителю, свой день рождения она отметила на сцене большим юбилейным концертом. Одним только вокальным даром талант Натальи Серафимович не ограничивается. И как руководитель студии эстрадного вокала, и как организатор, и непосредственный участник, и ведущий массовых культурных мероприятий, она неподражаема. Я благодарен Наталье, что она есть в нашем городе. Да, правда, действительно. Спасибо за аплодисменты, которые вы дарите ей сегодня. И цветы, которые сегодня будут дариться, еще дарятся. Это просто замечательный человек. Не только, что это творческий человек, это просто замечательный, добрый, хороший, надежный человек и друг. Кроме того, что это талантливый человек, это прекрасный руководитель коллектива. И на протяжении уже многих лет участники ее коллектива становятся стипендиатами не только главы нашего города, но и стипендиатами губернатора Новосибирской области. Это, конечно же, большая заслуга Натальи. От имени главы города Сергея Завражина Вадим Павлович вручил виновнице торжества почетную грамоту и цветы вместе с поздравлениями и благодарностью за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие сферы культуры Искитима. Не только в любви к городу в этот день признавалась Наталья со сцены. С открытым сердцем она дарит свое творчество зрителям. Оттого и ее так тепло и радушно приветствуют искитимцы и гости города. Ведь Наталья Серафимович своими выступлениями регулярно украшает значимые для города мероприятия и праздники. Вместе с Натальей все ее друзья, присутствующие на празднике, разделили радость ее воспоминаний о детстве, юности, первом сценическом опыте и последующих регулярных победах на фестивалях, конкурсах различного уровня. Ее родные и друзья прислали издалека искренние и душевные поздравления, а сынок, в ком заключен для Натальи как мамы смысл жизни, вышел с ней на сцену. Наталья с благодарностью отзывается о людях, встретившихся ей на жизненном пути. Это первый педагог Яровой Александр Петрович и сегодняшние коллеги, которые уже 8-й год совместно творят, воплощая самые смелые идеи и мечты на сцене Дома культуры «Октябрь» и далеко за ее пределами. У тебя сейчас все, и молодость, и опыт, и профессия, и жизнь яркая и полная, поэтому наслаждайся каждым мгновением жизни. И пусть у тебя всегда хватает сил и возможностей, а мы всегда будем рядом, весь коллектив Дома культуры, для исполнения всех твоих желаний. И громкими аплодисментами давайте поздравим нашу Наталью Наталью.
Неоднократно Наталья была удостоена наград от администрации города, Искитимского совета депутатов и Министерства культуры Новосибирской области. На протяжении 5 лет она регулярно участвует и привозит медали культурной олимпиады Новосибирской области в номинации «Эстрадный вокал». И творческий путь этой блистательной солистки и педагога еще не раз будет расцвечен мириадами звезд и огней, столь же фееричных, как сама Наталья Серафимович. Такой ее знают зрители, такой ее любят и уважают друзья и коллеги. Наш выпуск подошел к концу. Новости из Искитима смотрите также на сайте istok.tv. Мы по-прежнему работаем для вас. Всего вам доброго. До новых встреч.